У меня к тебе просьба. Я надеюсь, ты меня отчаешь. Когда мы были на Дворцовой площади, Дэвид Фостер вообще известен за то, что вот практически все самые большие хиты, у него там 18 Грэмми, 50 номинаций, он либо спродюсировал, либо он автор этих песен. И как-то на репетиции, как раз за день концерта, он там наиграл несколько аккордов, и Каролина напела кусочек песни «I Will Always Love You». И так округлились глаза Дэвида Фостера, он привстал с рояля, говорит, я слышу Уитни только круче. И это были его слова, да, конечно. И сегодня мне очень хочется тебя попросить. Я очень надеюсь, что ты скажешь, да? Друзья, все вместе. Пусть она споет эту песню без меня. Конечно, с любовью. Спасибо. Я оставляю сцену тебе. Аплодисменты. Встречайте Тимон Жака. Баку! And I'm
глубоко аплодирую. Даня Лора! Олеченька, спасибо тебе огромное, что прилетел. Я знаю, как это сложно. График декабрьского артиста, поверьте мне, в день по 2-3 выступления, концерты, сольники. То, что здесь со мной в Баку, я очень ценю, это настоящая дружба. Я в долгу не останусь. Спасибо. Провожаем аплодисменты!